Софья Широганова «Крупным планом» – так называется выставка ивантеевской художницы. Экспозиция расположена в художественной галерее Центральной городской библиотеки. На открытии первой персональной выставки Софьи – близкие друзья, ученики и почитатели ее таланта. Гости признаются, что работы художницы наполнены светом, легкостью и мудростью. Выставка Софьи Широгановой открыта до 17 октября, а 13 октября в 12 часов состоится встреча автора с участниками клуба «Активное долголетие».